в декабре 23 года гражданин, находясь на территории города Новотроицка, случайно обнаружил на земле кредитную карту, принадлежащую одному из жителей также города Орска. Взяв данную карту, он решил сделать ряд покупок, что, собственно, и совершил уже на территории Октябрьского района города Орска. Приобрел товары на сумму около 12 тысяч рублей и, ну, собственно, распорядился этими товарами по своему усмотрению. Потерпевший, узнав о том, что с его банковского счета списываются денежные средства, обратился в правоохранительные органы. По результатам данного обращения было возбуждено уголовное дело. Действия неизвестного были квалифицированы по пункту Г, части 3 статьи 158 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее данное преступное деяние, было установлено и в установленном законном порядке привлечено к уголовной ответственности.